Узнать самые последние тренды в макияже и протестировать только что вышедшие средства декоративной косметики можно только на закрытой презентации. Попасть сюда могут только известные визажисты, ведь эта встреча только для профессионалов. Пришла я на презентацию, потому что меня позвали, это очень приятно для меня. Сюда пришла, чтобы поближе узнать условия для визажистов, более интересные, платиться с другими визажистами, познакомиться, может быть, с кем-нибудь. Еще пару сезонов назад все сметали с полок продукты для скульптурирования. Затем пришла очередь хайлайтеров и гелей для бровей, а сегодня в топе продаж ожидаются тональные средства. Я думаю, что всегда в тренде будет тон. Это несменная такая тенденция, несменный тренд. Кто-то любит более там сияющую сторону, кто-то более матовую. Но тон – это всегда будет, наверное, тренд. Всегда идеальный тон – это, не знаю, 90% макияжа. Года два назад столкнулась. Первое, что мне попалось в руки – это кисточки. С кистей начиналась история. Органический гель. На лето он особенно актуален. Я пользуюсь им сама. И можно пользоваться не только для визажистов, но и приобрести на повседневный уход. Очень нравится продукция. Очистители для кистей, спонжи, очень классные кисти. Вслед за всемирно известными визажистами все больше компаний начали выпускать свою авторскую косметику, которая моментально находит отклик среди ее пользователей. Я думаю, что визажисты работают на тех продуктах, которые им ближе. Есть у каждого человека свои must-have какие-то, и он уже знает и уверен, что этот продукт не потечет в 30-градусную жару или наоборот не скатается на коже. Ну и обязательно нужно знакомиться, я считаю, что с новыми продуктами. Хочется всегда пробовать новое, это нормальная потребность людей. Ну, конечно же, мы любим работать на люксе, но, тем не менее, масс-маркет тоже имеет место быть. Есть некоторые продукты, которые мы также используем. Продукция отечественного производителя стала намного круче, и сравнивая с брендами более дорогими, ну, я думаю, что есть достойные продукты, которые можно выбрать и заменить люкс. Обновления в бьюти-индустрии происходят постоянно. Наряду с глобальными трендами меняются нюансы. Быть на пике позволяют подобные презентации, а также личное знакомство с теми, кто на них бывает.